Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Общаемся с парнем полтора года. Был два раза интим. Встречи были редкие, полгода не видели. Случайно по интернету увидела, что у него появилась девушка. Он мне предложил общаться только по интернету. Пишет. Постоянно я не понимаю смысла этого общения, у парня ведь есть девушка. Что вы думаете об этом? Я думаю, что изначально вы как будто бы боялись близости, изначально вы как будто бы вот, ну, знаете как будто бы выстраивали уже такого рода отношения, которых, ну, скажем так, не было, не было, ну, не то чтобы вот не было прям как-то будущего, да, то есть это, наверное, ну, не совсем, не совсем это, наверное, корректно было бы сказать, вот, что у вас не было будущего. Будущее-то, ну, может быть, как раз-таки и, ну, и было. Но вот в целом мне так показалось, что вы вот эти отношения выстраивали как-то уже, вот, знаете, ну, скажем так, лениво, как будто бы лениво. То есть человек, может быть, не был заинтересован в вас. Вы, может быть, не заинтересованы были в нем, ну, человек. Вот. И я думаю, что вы вот как-то рассчитывали, надеялись на то, что ситуация, ну, как-то вот сама по себе, да, ну, разрешится, вот, а она разрешилась, конечно, но только не совсем так, как вы этого хотели, вот, и вам больно. Ну вот, вам больно, это естественно, это нормально. А то, что вам больно сейчас, я думаю, что те чувства, которые вы испытываете, нам нужно в первую очередь прожить, вот, посмотреть, что вы чувствуете. Вот. А дальше просто уже следовать этим собственным чувствам. То есть если кроме обиды и боли, например, у вас ничего нет, вот, то, ну, наверное, будущего особо у вас ну, с человеком нет тоже, вот, потому что для отношений нужно все-таки, чтобы как-то вот люди стремились ну, друг к другу, да, вот, надеюсь, что вы это понимаете, вот. А если вы не стремитесь к, ну,
несколько друг к другу? Или вы стремитесь, условно говоря, там к чему-то другому, да? Вот, то в таком случае вам, конечно, будет, на мой взгляд, тяжело. То есть вы здесь, получается, как-то вот по факту-то себя, как будто бы обманываете. Вот, думая, например, о том, что, например, да, думаю, что у вас к нему чувства, а на самом деле там что-то другое, например. Вот, ну и все в таком духе. Поэтому надо бы вот сначала, конечно, поисследовать, как вы в этой ситуации, реагируйте. И чем? Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, да, позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь.